Добрый день, я Валерий Василик и приглашаю вас посмотреть 310-й выпуск дебатов из цикла «Развитие политической культуры посредством публичных дебатов». Информационное агентство ИПН проводит этот цикл при поддержке немецкого фонда Ханса Зайдера. Сегодняшняя дебата озаглавлена «Военные преступления, мотивы и последствия». В дискуссии участвует чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Молдова, господин Марко Шевченко. Добрый день, господин посол. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. И господин Егор Бацан, постоянный эксперт нашего проекта. Добрый день, господин Бацан. Добрый день. Прежде чем приступить к обсуждению объявленной темы, наверное, необходимо сделать некоторые уточнения. С согласия наших уважаемых гостей, мы будем проводить сегодняшние дебаты на русском языке. Это потому, что хотим привлечь внимание к этой данной теме, неординарной даже в неординарных условиях вообще, всему нашему молдавскому обществу, в том числе русскоговорящим гражданам, которые не владеют или владеют в недостаточной мере государственным румынским языком. В то же время большинство, может быть, даже абсолютное большинство румыноговорящих граждан говорят свободно на русском языке, так что наша цель — покрыть как можно больше пользователей, слушателей, людей, которые смогут, захотят посмотреть и участвовать, может быть, вместе с нами в обсуждении этой темы. Из этих соображений информационное агентство решило, что будет проводить на русском языке часть своих публичных дебатов и видеоинтервью вообще. И это соответствует нашей издательской политике, в соответствии с которой все текстовые медиапродукты агентства на протяжении почти 20 лет публикуются на трех языках – на румынском, на русском и на английском. И второе уточнение, оно более традиционное. Просим всех, которые смотрят сейчас или будут смотреть в архиве наши дебаты, найти на наших платформах ipne.md, на YouTube-канале агентства, на Facebook-страницах ipne Agency de Presse и ipne Информационное агентство, короткий опрос, найти время и ответить на те некоторые вопросы, которые найдете там, потому что ваше мнение о том, что мы делаем, как мы делаем в наших дебатах, очень важно для нас. Кстати, на названных платформах и на платформах Relife Media, Relife TV, Privesk.eu, 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 телеканал HD, можно увидеть сейчас в прямом эфире наши дебаты или в любое время в архиве. Но вернемся к объявленной теме. Поводом для ее обсуждения послужила ракетная атака, случившаяся в начале предыдущей недели на детскую больницу в центре Киева. Скорее всего, это событие довольно знакомое многим нашим согражданам и без преувеличения многим людей на планете, потому что, повторюсь, это неординарное событие даже в условиях войны. С помощью наших уважаемых гостей попытаемся понять,
что произошло, почему такое действие произошло, насколько оно характерно агрессивной войне Российской Федерации против Украины вообще, под какие международные нормы, может быть, и санкции подпадают данные и похожие действия, какие последствия можно ожидать. И, конечно, очень интересует, какие уроки можем и должны сделать мы, члены современного молдавского общества, из таких и подобных действий. Об этом и о многом другом предстоит беседовать с нашими гостями. Но опять-таки традиционно на короткое время остановимся в разделе воспитательном как бы нашего проекта. Он у нас традиционный. В том разделе, где господин Бацан знакомит нас с основными понятиями, на которых мы будем ссылаться в течение разговора. Итак, господин Бацан, что такое военные преступления, что такое законы и обычаи войны, что такое международное гуманитарное право? Когда мы говорим о военных преступлениях, имеется в виду тяжкие нарушения международного гуманитарного права во время боевых действий, нарушение баланса между универсальным принципом гуманизма и военной необходимостью. Что касается законов и обычаев войны, в международном праве это правила ведения войны, установленные обычно многосторонними соглашениями между государствами. Эти правила направлены на устранение наиболее жестоких способов ведения войны, на защиту мирного населения в условиях боевых действий. И они регулируют также отношения между воюющими государствами, между воюющими и нейтральными государствами. Касательно международного гуманитарного права, это совокупность международных правовых норм, применяемых во время вооруженных конфликтов, регулирующих поведение сторон такого конфликта. Такие нормы могут быть кодифицированы в международных конвенциях или содержаться в международных обычаях, касающихся ведения войны. Различают Гаагское и Женевское право. По названию соответствующих конвенций, Гаагское право регулирует преимущественного способа ведения войны, ограничивает воюющие стороны в выборе средств, методов нанесения ущерба противнику, ограничивает насилие. Что касается Женевского права, она состоит из четырех конвенций и трех дополнительных протоколов, регулирующих положение уязвимых групп в войне. И надо здесь отметить, что есть универсальный принцип, гласящий, что даже если то или иное положение прямо не предусмотрено статьями действующего права, в ситуации вооруженных конфликтов сторонам необходимо в первую очередь руководствоваться принципами гуманности, человечности и здравого смысла. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что 4-я Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает не делать объектом нападения гражданские объекты, особенно больницы. Это, я полагаю, достаточно для того, чтобы мы смогли в дальнейшем обсуждать. Спасибо. В самом деле достаточно. Мы будем ссылаться на такие понятия. В преследовании нашей объявленной цели понять причины, понять последствия и понять уроки. Но для этого, скорее всего, нам необходимо для начала сделать краткую ретроспективу случившегося. Вы нам поможете, господин посол? 8 июня, утро, центр Киева. Да, эта ретроспектива является весьма грустной и трагической. Примерно в
промежутком между 10 часов утра 15 минут и 10 часов утра 45 минут примерно, в получасовой промежуток, была произведена очередная комбинированная ракетная атака, целью которой был город Киев. 38 ракет воздушного, морского, наземного базирования различных типов, крылатые ракеты, сверхзвуковые ракеты, кинжалы, цирконы, калибры. Некоторые из них прорвались через противовоздушную оборону города Киева, и одна из этих ракет ударила по больнице, по детской больнице «Ахмадид», охрана матери и детства, в центре, которая находится в центре города Киева. В сотни метров от этой больницы находится средняя школа, еще один объект, который, согласно международному гуманитарному праву, тоже не должен был бы пострадать. И украинские власти считают, что целью для этого удара больница была избрана целенаправленно. Через некоторое время после этого удара еще одна ракета, которая тоже прорвалась через противовоздушную оборону, ударила другой объект на другом берегу Днепра, но тоже в городе Киеве. Этим объектом была частная клиника, которая специализируется на предоставлении услуг для частный родильный дом, услуги для новорожденных, услуги по сопровождению беременности. Одним словом, объект, который тоже так или иначе связан с охраной материнства и детства. И подпадает под Женевский конвенцию. Абсолютно. И поэтому совмещение этих двух фактов позволяет мне с абсолютной уверенностью утверждать, что эти объекты были избраны целенаправленно для удара. Это является очередным военным преступлением российских властей. Это не может быть ошибкой, это не может быть какой-то случайностью. Это были целенаправленные ракетные атаки на инфраструктуру, которая обслуживает жизнь, здоровье детей и их матерей. Чуть поподробнее, пожалуйста, об этой больнице. Что там за... Ахмадид – это больница, которая хорошо известна еще со времен бывшего Советского Союза. Это главная детская больница страны, где... В Молдове такое же название имеет такая больница. Абсолютно. Кстати, эта больница хорошо известна и в Молдове, потому что... система охраны детского здоровья в Украине такова, что те случаи, с которыми не могут справиться врачи в районах или областных центрах, дети с подобными заболеваниями направляются в Киев, в центральную детскую больницу Украины, Ахмадид, в которой собраны лучшие врачи, лучшая аппаратура, лучшие условия для лечения самых сложных случаев болезней и травм. Если с проблемой не может справиться Ахмадид, значит, в Украине с этой проблемой не может справиться никто. Кстати, в Молдове эта больница тоже очень хорошо известна, потому что каждый год, я не знаю всей статистики, но только по информации посольства, до десятка детей из Молдовы также проходили лечение в этой больнице. Спасибо, господин посол. Вы сформулировали мысль о том, что это была целенаправленная атака. Но поскольку в общественном пространстве существовали и другие точки зрения, наверное, необходимо помочь нашей публике разобраться, где правда, а где неправда. Господин Вацан, насколько я знаю, вы вникали в эту тему. Что вы знаете о позиции Российской Федерации? Почему так случилось? Ну, позиция Российской Федерации, она предугадаема. Мы
есть здесь можем ссылаться на то, что обычно Российская Федерация всегда находит оправдание для вот таких преступлений. И лучший пример в этом смысле – это то, что за неделю до нападения на Украину российские официальные лица говорили о том, что это неправда, Россия не намеревается поступать таким образом. Тем не менее, вот Российская Федерация применила вот эту военную хитрость для того, чтобы застигнуть врасплох Украину и, в общем-то, попытаться решить те проблемы, которые они наметили. В данной ситуации мы уже привыкли к тому, что все нападения с применением ракет дальнего действия Россия оправдывает всегда тем, что это результат, скажем так, результат сбития ракеты, и это как бы не прямое нацеленное нападение на объекты, о которых мы говорим, а это, скажем, результат побочный рикошет какой-то. И с этой точки зрения мы можем быть уверены, что всегда, когда случаются вот такие даже преднамеренные ситуации, всегда будет вот это оправдательная риторика, которой прибегает Российская Федерация. Мы все понимаем, что война есть преступление, и это самое большое преступление. Есть вот отдельные эпизоды, которые они очень страшны, тем более, когда речь идет о детской больнице и о гибели детей. Поэтому мы все понимаем, что такие события должны быть очень тщательно продокументированы, потому что такие преступления, они не могут не остаться безнаказанными. И мы понимаем, что сейчас очень-очень важно, чтобы вся доказательная база была очень тщательно проведена для того, чтобы впоследствии те, которые совершили эти преступления, они понесли заслуженное наказание. О доводах, о документах поговорим в дальнейшем. Даже подготовили короткое видео с тем, что случилось в тот день. Но, с вашего позволения, для начала я процитирую пару цитат российских властей, чтобы можно было от чего оттолкнуться, где правда и где неправда. Министерство обороны России заявило, что высокоточное оружие поразило объекты военной промышленности Украины, авиационные базы ВСУ. При этом представители российских властей утверждают, что в детскую больницу в Киеве попала не российская ракета, а обломки украинской зенитной противоракеты. Наверное, хватит, потому что в этом суть позиции Российской Федерации. Теперь поговорим о доводах, о доказательствах. Господин посол, вам слово. Но, может быть, сначала мы и наши зрители посмотрим короткое видео. Все. Вам слово, господин посол. Мне кажется, что после
подборке этого видео и фото любые аргументы будут просто не нужны. Видео абсолютно четко показывает момент попадания российской ракеты в больницу. Ее конфигурация, внешний облик, характерные особенности конструкции позволяет с очень четко и со стопроцентной уверенностью утверждать, что эта ракета называется Х-101, является российской ракетой авиационного базирования, запускается с бомбардировщика стратегического. На видео очень четко видно, как она идет прямо в цель. По характерной для этого типа ракет траектории. Если бы ее сбили, то... Она бы падала бы не сама ракета, а ее обломки или, скажем, какие-то составные части, но этого всего нет. Ракета идет абсолютно целая в ее, ну, назовем так, натуральной конфигурации. Более того, на месте падения украинские эксперты, следователи, потому что по каждому такому факту на место преступления выезжает следственная группа, которая фиксирует факт преступления, собирает доказательства таким образом, чтобы они могли быть использованы в суде, то есть проводит весь комплекс следственных мероприятий для фиксации преступления и доказательной базы, которая находится на месте преступления. Украинские следователи и эксперты взрывотехники обнаружили в месте удара фрагменты корпуса этой ракеты, нашли двигатель этой ракеты, номера составных частей. Все это в комплексе взято может абсолютно с полной уверенностью позволяет нам утверждать, что это была именно российская ракета, именно ракета Х-101, которая была целенаправленно пущена по детской больнице в городе Киеве. Что известно о мнении международных экспертов? Значит, мне известно расследование независимых экспертов из группы Billing-Cat. Они подтверждают тот же факт. Я видел заявления многих международных официальных лиц из других стран, которые, базируясь на информации своих военных экспертов, подтверждали факт удара по больнице именно российским оружием. Поэтому, с моей точки зрения, никаких сомнений быть не может. Господин Волцан, после того, что мы услышали о доводах, о документах, о разных позициях, как можно квалифицировать этот удар, по каким критериям, и можем ли мы использовать понятия, о которых вы нам рассказывали в начале? Я полагаю, что это военное преступление, потому что есть исчерпывающий список военных преступлений. Один из этих пунктов гласит, что нападение на объекты, на гражданские объекты, особенно на больницах, это военное преступление. И с этой точки зрения, как сказал господин посол, очень важно, чтобы доказательная база была очень тщательно подобрана. Я видел множество документов, публикаций по этому поводу, которые, конечно же, указывают на то, что это был целенаправленный удар, но мы понимаем, что этот доказательная база должна быть представлена судебным органам для того, чтобы они вынесли решение. До этого мы, как нормальные люди, как граждане, вправе полагать, что это только элемент в цепи многих военных преступлений, то, что мы видели, скажем так, в Буче, Ирпене, бомбардировка театров в Мариуполе, взрыв дамбы на Каховской ГЭС, многие другие преступления такого рода, они имели место быть, и это, к сожалению, очень страшное преступление, которое направлено против
против больницы, в которой лечатся дети. И это достойно того, чтобы обсуждалось, и люди понимали, насколько эта страшная война опасна, и что, к сожалению, нет предела, скажем так, применения военных средств против гражданского населения и против объектов инфраструктуры, которые направлены для того, чтобы обескуражить Украину и ее граждан, которые сопротивляются военной агрессии. О целях, которые преследовались, чуть попозже поговорим. Для начала, господин посол, с вашей точки зрения или из того, что вы знаете, такие действия, как они производятся, кто принимает решение, кто виноват, на каких этапах распространяется вот это понятие военного преступления? Ну, я хотел бы напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что по состоянию на сегодня уже выдан международный ордер на задержание, арест Владимира Путина и детского омбудсмена Беловой из России по обвинению в нелегальном усыновлении и вывозе украинских детей в Россию. А также, сравнительно недавно, были выданы аналогичные ордера на арест на имя бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Герасимова. В связи с этим случаем есть место для других ордеров? Абсолютно, абсолютно. Если исходить из существующей практики и цепочки командования, которые существуют в российской армии, подобные атаки, особенно если не комбинированные, с применением различных носителей, морских, наземных, воздушных носителей, ракетных войск. Такие подобного рода атаки всегда являются сложными операциями, требует очень высокий уровень координации, который невозможно без участия специалистов Генерального штаба, многих его управлений. Естественно, что на каком-то этапе политические цели подобных ударов, а есть основания полагать, что удар, который мы сегодня обсуждаем, он имел кроме военных еще и политические цели. Вернее, в первую очередь политические цели, только потому что военных, военной составляющей в этом ударе не было. Это абсолютно гражданский объект, детская больница. Военных целей на видео и фотодокументах, которые огромное количество очевидцев зафиксировало, там нет людей в военной форме, ни среди убитых, ни среди раненых, ни среди тех, кто помогает разбирать завалы. Есть только сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и полиции. То есть политическое составляющее этого удара, политические цели были поставлены политическим руководством, а их реализация производилась военными во главе с Генеральным штабом Вооруженных сил России как главным координирующим органом российской армии. Теперь о целях, о причинах. Почему по детской больнице? Почему по детской больнице и, насколько я понял, особенно по отделению детей, больных раком, военным российским неизвестно место расположения таких объектов? Это могло быть случайностью? И что преследовалось? Я думаю, что российские военные прекрасно знают месторасположение этой больницы и в том числе даже на каком этаже, какое отделение ее находится, поэтому здесь ни для кого не секрет. Мне кажется, что... Такая ракета, я читал, она идет по специальной программе до конечной цели, и ею руководят. Абсолютно. Поэтому главная цель, скорее всего, было политическое и психологическое давление на руководство Украины, на
наших союзников. Я хотел бы напомнить зрителям и слушателям о том, что это не для российской армии, для российского государства подобные удары, подобные преступления уже давно не являются чем-то новым. Начиная от событий во время двух чеченских войн, когда российская армия равняла с землей чеченские города, начиная с Грозного и заканчивая селами по всей территории Чечни. И если они не стеснялись это делать со своими гражданами на своей территории, то, естественно, в другой стране с чужими гражданами, с населением, которое настроено враждебно по отношению к ним, как они считают, они тем более не собираются церемониться. Удары по детским учреждениям – это далеко не первый случай. Те, кто пытается следить, могут вспомнить удар по роддому в городе Мариуполе в начале войны 22 года. Весь мир обошли фото и видео роженец, которые пытаются извлекать из-под завалов и выводят из разрушенного дома. Я уже говорил о том, что 8 июля был удар не только по больнице Ахмадет, но в этот же день, с разницей в полчаса, был нанесен удар на частную клинику, которая тоже занимается, предлагает свои услуги для детей и будущих матерей. Поэтому это абсолютно четкая стратегия, целью которой является запугать население, которое настроено недружелюбно, выдавить его из городов, превратить их в беженцев и трансформировать города в места наименее пригодные для жизни. Когда в городе нет электричества, удары по электричеству наносятся с завидной регулярностью, удары по электростанциям, удары по трансформаторным станциям. А это означает, что в городе нет света, это означает, что в городе нет воды, потому что не работают насосы, это означает, что в городе не работает канализация. Тепла. Зимой нет тепла, а летом, когда не работает канализация, есть большой риск возникновения всевозможных инфекций. Это все вынуждает население оставлять свои жилища и перемещаться в более спокойные регионы. Собственно говоря, тактика, известная с древних времен, которая сводится к тому, что если население не встречает с радостью армию захватчика, значит его нужно либо уничтожить, либо изгнать. Собственно говоря, все это мы сейчас и наблюдаем. И не только в Киеве, но и по всей стране. Особенный разговор о Харькове, который практически живет в этих условиях уже 2,5 года. К сожалению, нет слишком много времени для того, чтобы входить в детали, но подобных примеров можно привести огромное количество по всей территории Украины. Спасибо, господин Боцан. Господин посол привел доводы аргументов в пользу того, что удар был целенаправленным. Простите, и самая главная логика, которой руководствуется российское руководство, это логика террориста. Либо вы должны согласиться на мир на наших условиях, либо мы будем продолжать убивать ваших детей. Это принуждение к миру в их понимании. Собственно говоря, если мы сравним компании в социальных сетях, которые проводили аккаунты, связанные с Российской Федерацией аккаунты, то очень видно большую, высокий уровень синхронизации между ударом по больнице в Киеве, по Ахмадету, и буквально в пределах одного часа по социальным сетям пошла волна публикаций примерного содержания, одинакового, о том, что нужно сделать наконец что-нибудь, какая разница на каких условиях, главное, чтобы дети перестали умирать. Пожалуйста, совмещение военных и невоенных методов ведения войны, ракет НАР плюс информационно-психологическая операция в социальных сетях направлено на то, чтобы заставить руководство Украины, заставить украинский народ пойти на мир на российских условиях. Ну, это уже тема нашего разговора. Спасибо, господин Бацан. С вашего позволения, давайте проанализируем ситуацию с точки зрения политического аналитика.
вы в этом качестве выступаете иногда. Господин посол рассказал нам, почему именно по этому объекту. Давайте порассуждаем, почему именно в тот день. Случайность? Не случайность? Через день должен был, например, должен был состояться саммит НАТО. В тот же день должен был приехать в Россию премьер-министр Индии. И в общественном пространстве я видел много таких как бы случайностей. Это случайно или не очень? Я полагаю, что у российских военных есть свой план, о котором говорил господин посол. Мы можем только гадать, если это случайно. 100% это не случайно, потому что бомбардировка российских, мирных украинских городов, она производится с определенной, ну, с определенным интервалом, да, попеременно, поэтому я думаю, такие очень-очень, скажем так, значимые международные события можно принимать во внимание или не принимать во внимание. Важно, что Россия периодически наносит бомбовые удары по украинским городам, особо по крупным городам. И здесь можно сказать только следующую вещь. Россия просчиталась, потому что трехдневная спецоперация уже продолжается 2,5 года. Война в Украине вошла в, скажем так, определенную фазу, позиционные боевые действия в зоне прикосновения украинских защитников и российских войск. И здесь, конечно, можно согласиться, безусловно, с господином послом, что это новая фаза, это война на истощение. Россия исходит из того, что у нее ресурсов больше, и человеческих, и материальных. И другой фактор, что Россия – это далеко не демократия. Есть президент России, который принимает все решения. Это не демократическая страна, поэтому если есть цели, которые обозначил господин Путин в своей знаменитой статье о том, что Украина – это антироссия, и поэтому почему-то он решил, что Украину надо уничтожить. Вот вследствие этого мы имеем эту агрессивную войну. И если война на истощение – это перемалывание украинских ресурсов, то вторая часть вот этой войны, о которой говорил господин посол, это, конечно, истощение, нервное истощение, скажем так, граждан Украины для того, чтобы побудить их оказать давление на украинское руководство, для того, чтобы украинское руководство поддалось ультиматуму, который господин Путин месяц тому назад озвучил в так называемом прожекте мирного решения этого конфликта. Это означает, что Украина должна признать поражение, и Украина должна признать, что те территории, которые захватила, примерно 20% территории Украины, которые захватила Россия, якобы провела референдум на территории вот этих областей Украины, и были включены территории в состав России, и даже в Конституции. Вот мы понимаем, что это есть истинная цель. По крайней мере, с точки зрения анализа и логики, это можно понимать. С другой стороны, мы видим, что украинское руководство принимает все меры для того, чтобы защитить страну, для того, чтобы найти приемлемое решение этого конфликта.
И для того, чтобы послать месседж гражданам Украины, то, что предпринимает украинское руководство, вот эти меры, они неосуществимы, поэтому придется гражданам Украины согласиться с условиями России. Вот я так понимаю, вот эти варварские акты насилия по отношению к мирному населению Украины и вот эти точечные бомбардировки специальных целей для того, чтобы навести ужас в украинском обществе и заставить поддаться давлению и поддаться давлению России. Господин посол, господин Бацан рассказал нам о его видении, о целях Российской Федерации, связанных с этой войной. В какой мере достигает Российская Федерация или власти Российской Федерации этих целей? Какая реакция на вот это действие властей Украины и общественности Украины? Ну, реакцию, я думаю, все зрители и слушатели нашего проекта могли видеть в прямом эфире, кто следит за новостями. Гнев, негодование, еще большее ожесточение по отношению к российским захватчикам. Украинское общество не готово соглашаться на условия, выдвигаемые господином, вернее, не господином Путиным. Украинское общество не готово капитулировать, как того требуют российские власти. Украинское общество желает продолжать сопротивляться российским захватчикам. Руководство Украины на саммите НАТО, который последовал буквально через пару дней после этого удара, подписала очень серьезное соглашение, так называемый Ukraine Compact, с 23 странами, с которыми у нас уже есть двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Во время саммита НАТО эти 23 страны и Украина подписала еще одно более глобальное многостороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Украина в целом продолжает сопротивляться, и по большому счету мы не считаем, что у нас есть какая-нибудь альтернатива. Дело в том, что вот эта вот логика террориста «сдавайтесь, или мы будем убивать ваших детей», она точно так же работает и на тех временно оккупированных украинских территориях, которые им удалось захватить. Население, которое было, осталось там, не смогло уехать, точно так же убиваются, насилуются, грабятся, дети точно так же увозятся в Россию. И украинское общество понимает, что согласие с российскими условиями все равно означает уничтожение украинской идентичности, уничтожение украинского народа как народа. Просто это будет сделано в более простой для наших врагов способ. Поэтому мы сопротивляемся, и я не вижу перспективы для реализации российского ультиматума. Господин Бацан, что известно о реакции мировой общественности, международных организаций и, может быть, самое главное, о реакции в молдавском обществе, в молдавском политическом классе на это действие? Но мы видели реакцию руководства Республики Молдова, которое осудило это преступление, которое было совершено 8 июля, что касается международных организаций. Мы также видели, что по требованию Украины был созван Совет Безопасности ООН. К сожалению, надо сказать, что несмотря на осуждение вот этого преступления, меры, которые предпринимаются, они совершенно недостаточны. И мы видели реакцию лидеров очень
важных стран, которые решили, что в этой ситуации помощь Украине должна быть усилена для того, чтобы Украина смогла в дальнейшем противостоять этой агрессии. Мы, к сожалению, приходим к выводу, что несмотря на вот эти очень-очень антигуманные поступки России, граждане и в Республике Молдова, и в других странах привыкают к этому, и это становится, к сожалению, своего рода обыденностью. И это очень-очень страшно, потому что, как уже здесь отмечалось, Россия хочет добиться своих целей, и эти цели, они, скажем так, не стационарны, они меняются. Мы помним о том, что господин Путин говорил о том, что у России нет планов захватывать украинские земли. Потом он хвастался тем, что Азовское море стало внутренним морем России. Я уже упоминал о том, что украинские области, в которых якобы проводились референдумы, были включены в состав Российской Федерации, была поменена Конституция Российской Федерации. Это означает, что постепенно Россия признает, что она ведет захватническую войну, и, к сожалению, вот на данном этапе не видно, когда эта война может закончиться. Это все вызывает, конечно, обеспокоенность, но, как отметил господин посол, решение, которое должно принять украинское руководство, зависит от отношения граждан Украины к тому, что происходит. И до сих пор мы видим, что граждане Украины стойко переносят вот эти невзгоды и намерены защитить независимость и суверенитет Украины. Спасибо, господин посол. Вы нам частично сказали, какие последствия можно ожидать от данной акции и подобных акций, какое отношение может иметь общество и власти Украины, какие последствия могут быть в отношении партнеров Украины именно после вот этой акции. Она имеет силу изменить что-то? В какую сторону? Мне кажется, что логика цивилизованного сообщества и логика террориста, они существенно разнятся по своим целям, задачам и методам реагирование. И террорист просто не понимает, что в демократическом обществе, как правило, заявленные террористами цели достичь невозможно априори. Невозможно добиться от демократической страны, какой является Украина, например, признания Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей частями России, как это требует господин Путин, вернее, не господин Путин, просто потому, что ни один орган государственной власти в Украине не имеет таких полномочий. И выставлять требования либо вы заканчиваете войну на наших условиях, либо мы будем продолжать убивать ваших детей, по крайней мере тех, которые не смогли уехать за границу. Мне кажется, эта логика террориста, она ошибочна по своей сути. Но когда представители цивилизованных сообществ видят подобные ужасающие преступления, они не могут, будучи политиками, которые избираются на выборах, они не могут пойти против своего общественного мнения и, скажем, опять же таки, пойти на поводу требований у военных преступников. Просто
только потому, что военный преступник в противном случае угрожает и дальше убивать детей. Намного гораздо более натуральной реакцией является помочь Украине получить дополнительное вооружение, более совершенное вооружение, чтобы защитить детей, которых пытается убить военный преступник Путин. Поэтому я уже упоминал, немедленная реакция, она, конечно же, это является совпадением, это не является прямым результатом, но совпадение очень такое значимое. Немедленно после, через два дня после этого преступления, на Вашингтонском саммите НАТО Украина подписала глобальный многосторонний договор о сотрудничестве в сфере безопасности с 23 странами-членами НАТО. И мы считаем, что этот договор вместе с 23 двусторонними договорами о военном сотрудничестве в сфере безопасности, он как раз усиливает нашу безопасность на тот период, когда пока Украина находится, не является пока еще членом НАТО, потому что, повторюсь, нашей целью является в один прекрасный момент стать членом этого клуба. И мы считаем, что только гарантии безопасности, которые предлагаются членами НАТО, могут быть достаточными для того, чтобы, имея в соседстве Россию, которая возглавляет безумный политический режим, режим военных преступников, Украина имеет шансы на нормальное развитие. Поэтому, повторюсь, наша реакция является жесткая консолидация общества и больше усилий по сопротивлению. Пришло время, наверное, сформулировать какие-то выводы нашей беседы. Помните, господин посол, в начале нашей беседы я сформулировал одну из целей нашей беседы, насколько вот эта акция, о которой мы говорим, характерна для вообще для агрессивной войны Российской Федерации против Украины. И что с этим делать? Она очень характерна. Более того, я бы сказал, что это одна из характерных черт любых военных действий, которые ведет Россия. Я уже вспоминал о примере Чечни, когда целые города, поселки стирались с лица земли российской авиации. Подобная тактика Россия применяла в Сирии, и ее результатом было появление примерно 1 миллиона сирийских беженцев в Европе. И эту же тактику, удары по мирной инфраструктуре, по критической инфраструктуре, по электростанциям, трансформаторным станциям, детским больницам, водоканалам, по всему тому, без чего невозможна нормальная жизнь людей в любой стране, эту же тактику применяет Россия и в Украине тоже. Логика проста, она была сформулирована еще в сталинские времена. Если враг не сдается, его уничтожают. Украина не сдалась, поэтому ее пытаются уничтожить. Но им это не удастся. Господин Ботан, что делать молдавскому обществу, исходя, какие уроки извлекать, исходя из таких примеров, из таких характерных черт, таких войн? И, с вашего позволения, я преподам материал на эту тему, короткий, может быть, прокомментируйте, может быть, это в дополнение к вопросу, что делать, кому что делать. Я подписан уже много лет на Facebook-страницу ПМР, вы знаете все, что это такое, мне интересно, что, какие движения, какие действия, какие комментарии. Скажу, в общем, что за последнее время на той странице появилось больше, чем было проукраинских постов. И вот один из примеров. Кто-то, один автор, не
не называя авторов, потому что важно, с моей точки зрения, позиция, а не человек лично. Кто-то пишет, все думая, вот как. Мальчик хотел стать летчиком, мечтал о небе, романтика высоты, все такое. Прекрасная мечта ведь, да? Старался, хорошо учился, мечта сбылась. Теперь он бросает бомбу на детей, женщин, на больницы, торговые центры, жилые дома. Как он спит? Второй пост, как реакция. Хватит постить бред. Нужно быть совсем невменяемым, чтобы верить в этот спектакль. Это в недрах нашего общества. Я полагаю, что для молдавского общества сейчас самый раз извлекать уроки из того, что происходит в Украине, и продемонстрировать солидарность с украинским народом. Опять же, изучая уроки, мы должны чуть-чуть углубиться в современную историю. Как поступала Россия с сепаратистскими движениями в Молдове, в Грузии, и как, вот господин посол отметил это, как Россия, скажем так, поступила с Чечней. В Чечне до 1994 года, да, там Чечня говорила о своей независимости, но все было спокойно. И накануне Нового года 1995 года российская армия вступила в Грозный, опять же применив вот эту тактику для взятия врасплох мирного города, который собирался праздновать Новый год. После чего разразилась так называемая Первая Чеченская война, и мы видим разницу, как Россия относится к сепаратистам, скажем так, в Грузии, и как Россия поступила по отношению к Чечне. Дальше, другой урок. Через два дня, если не ошибаюсь, исполнится ровно 10 лет с тех пор, как был сбит малазийский «Боинг», в котором погибло почти 300 человек. И мы естественным образом узнали, как Россия якобы не участвовала в войне на Донбассе, учитывая то, что те военные преступники, которые были уже был суд в Гаге, это голландский суд, это международный суд, который установил, что да, российские военные перегнали на Донбасс комплекс «Бук» и они сбили вот этот «Боинг». И те, которые участвовали в этой акции, позже признавались, что именно они нажали на крючок, который запустил войну на Донбассе. Вот еще пример. После этого мы видели всю вот эту пропаганду, которая проводится в Российской Федерации, и мы видим, как российское общество все более и более затягивается в это болото, и это удивительным образом показывает нам, что может делать пропаганда, когда мы смотрим опрос общественного мнения, проведенный в России, где 35% граждан России согласились бы на то, чтобы Россия применила ядерное оружие против Украины. Это действительно страшно, и граждане Республики Молдова это должны понимать. Это страна, которая давала гарантии Украине о том, что если Украина избавится от ядерного оружия, то вот Российская Федерация будет среди стран, которые обеспечивают и гарантируют безопасность Украине. Вот все эти вещи, если мы сопоставим, и потом мы понимаем это как окно Овертона, которое показывает, что если Россия принимает определенные методы для того, чтобы добиться своих целей в Украине, и Украина доказывает, что может сопротивляться этому, то вот эти цели, скажем так, видоизменяются, и
все больше и больше военных преступлений допускается по отношению к мирным гражданам Украины. Это лекции, которые мы должны вместе как общество осознать и преследовать впоследствии свои цели для того, чтобы, скажем так, Республика Молдова, было бы очень желательно, вместе с Украиной смогла добиться вот вхождения в Европейский Союз и наконец-то избавиться от тех претензий, которые господин Путин озвучил на встрече с молодыми людьми в России, где он говорил, что чувствует себя в ипостазии Петра Великого, который собирает российские земли военным путем, уничтожая, как они говорят, братский украинский народ. Вот. Все эти лекции мы должны осознать. Более того, мы также должны понимать, что прежде чем начать войну против Украины, была очень серьезная подготовка. Я не раз отмечал знаменитую статью господина Путина в 2020 году в американском журнале National Interest, где он оправдывал агрессию, начало Второй мировой войны, агрессию Германии против Польши на том основании, что Германия после Первой мировой войны была, скажем так, унижена впоследствии во время Версальских договоренностей. И это было как бы оправдание того, что те, которые ощущают себя ущемленными каким-то образом, они имеют право на какой-то реванш. И мы ощущаем, что по отношению ко всем бывшим советским республикам у России есть претензии. Мы это видели по отношению к нашей стране. Сейчас это происходит в Украине. Мы видим постоянные претензии по отношению к Казахстану. И удивительным образом мы видим, какие бывают на это соответствующие реакции. Мы видим, что Китай считает, что в этой ситуации он, как страна, которая сейчас находится на подъеме, вправе гарантировать Казахстану независимость и суверенитет. Недавно на саммите ШОС, после саммита, то же самое случилось в отношении к Таджикистану. И мы видим, что есть обратная сторона медали. Пытаясь, как говорил господин Путин, объединить то, что он считает подарками русского народу, народа бывшим советским республикам, он, вообще говоря, добивается, скажем так, обратного эффекта. Но здесь есть важная деталь. Возможность в данном случае Украина все-таки суметь противостоять и убедить цивилизованный мир, что Украина нуждается в большей военной помощи для того, чтобы защитить себя. Мы видели, да, и после саммита НАТО о том, что страны НАТО решатся помочь Украине существенно в следующем году. Там была очень серьезная сумма для того, чтобы помочь Украине выстоять. И те решения, которые Польша озвучила о том, что, возможно, Польша будет использовать свои средства ПВО, если западные города Украины будут подвержены воздушным атакам со стороны России. То есть целый комплекс решений, он просматривается, и мы просто должны за этим следить и надеяться, что те решения, которые были озвучены, они будут и выполнены, и Украина сможет. Спасибо. Украина сможет защитить. Спасибо. Это были дебаты «Военные преступления
мотивы и последствия. Спасибо за участие господину Чарапчану, полномочному послу Украины в Республике Молдова, господину Марку Шевченко. Спасибо вам, господин посол, за участие и за то, что согласились провести эту беседу на русском языке. Мы все знаем, что вы владеете румынским прекрасно. Вы были нам в помощь. И спасибо постоянному эксперту нашего проекта, господину Игорю Бацану. Спасибо всем, кто смотрел наши дебаты на платформах информационного агентства ЕПН, а также на платформах Relife Media, Relife TV, Privesk.eu, Privesk.eu, телеканал HD. Спасибо, до встречи. Всего хорошего.